багов. Но оно реально не лагало. Угу, вообще клирил только так. Супермятный коктейль из Impossible, да. Блять, я уже по рефлексу чуть начал вправо-влево нажимать. Шейкан идентичный Гаю. Не обосрался. Где ты там вообще? На каком-то из серых экранов, я не считал. Ебать, а их там много. Да. Интересно поймал. Нет, тут вообще медбой не слышится. Честно говоря. Медбой надо еще пройти, кстати. Ну, правильно сказать. Перепройти. Спасибо, дорог. Перепройти на 100%. Блять. Перепройти на Эни и пройти на 100%. Ше, на 106. Или сколько там? Медбой, кстати, возможно, даже относительно скоро будет. Если так подумать. Блять, может даже очень скоро. Там Wings of V, я помню, хотел проходить. Я открою небольшой секрет. У меня порядок игр строится на основе того, в каком порядке я их проходил 100 лет назад. Поэтому с Гая все началось. После Гая у меня Боши. Но между Боши у меня и Гаем был Мидбой, который я сейчас вспомнил. Но есть исключение небольшое. Точнее, ответвление. Ебать, сложный прыжок какой-то. Где-то рандомно в этих трех играх я прошел еще быстренько ВВВВВВ, и поэтому после Гая планируется именно эта игра. Да, Наруто, мы говорили про Wings of V при тебе, и ты уже реагировал таким образом, по-моему. Wings of V будет где-то после всего этого добра. Точно. Я помню, ее проходил на максимальной сложности. У меня на каком-то из боссов крашнулся ноут. Ну, он просто провод, по-моему, отошел. И в итоге у меня просто сейв сдох к херам. Хера. Она будет надолго, Наруто, потому что мы возьмем какой-то лютый челлендж. И будем гриндить 500 часов.
После его, кстати, закрыли.